Всем-всем добрый день! Приветствую вас на своем канале «Бабушка из Америки». Идем в наш любимый исторический дом Мортон. Все позеленело, весна на пороге. Идем монтироваться, приводить в порядок второй этаж перед открытием сезона. На первом этаже еще идет реставрация. Но второй этаж решили уже подготовить хранительница музея. И несколько человек-волонтеров, которые добровольно приходят поработать час-два по возможности. Волонтерами выступают здесь пенсионеры, миллионеры. Этот Асрон пришел. Кто когда находит время. Порой не ценим, что имеем. Всю жизнь торопимся куда-то. Все кажется, что не успеем. А жизнь прошла. Ей нет возврата. Уже и дочка стала мамой, и папа с мамой нет в живых. Остались в памяти усталые их лики, милых и родных. Подходишь к зеркалу в надежде, что ты все так же молода, и видишь, что такой, как прежде, уже не будешь никогда. И красота куда-то делась, и злых морщин не победить, и юность, как бы ни хотелось, увы, уже не воскресить. Бежим по жизни, как шальные, не замечая лет своих. Бежим по жизни, как чумные, забыв про близких и родных. Когда-нибудь и наши дети поймут в коварной суете, ничто не вечно на планете, что и они уже не те. Не торопитесь, не спешите, цените каждый день и час. Все просто. Радуйтесь, живите, никак не завтра, а сейчас. Стихотворение Александра Домбровского. На сегодняшний день нашей работы волонтеров нам поручили навести порядок в хозяйской спальне. Все предметы подлинные не этого дома, а этого времени, 1884 года. Некоторые вещи принадлежали хозяевам этого дома, но в основном работники музея собирают вещи, которые принадлежат этому времени. Практически все предметы – это булавки для шляпок, чтобы прикалывать шляпку к прическе. Украшены даже драгоценными камнями, перламутром, золотыми шариками. Мы легкой пуховкой сметали пыль с предметов. Трогать не разрешается их. Они достаточно ценные, антикварные, раритетные. Антиквариат – вещь уже более 50 лет. А раритет – старая вещь, редкая или необычного художественного исполнения. В хозяйской спальне или мастер-бедрум – гардеробная и предметы того времени. Небольшие канапе, журнальные столики с мраморными крышками. Старались не передвигать, только отодвигали, чтобы попылесосить. Хранительница сказала, пол буду мыть сама руками. Старинные ковры, а здесь в гардероб хранятся вещи, которые иногда меняются в экспозиции. Старинный манекен, который можно было раздвигать на несколько размеров. Обработанный фетром. И красивый кружевной женский жакет. Размеры одежды очень маленькие, наверное, 42-40 размер. Фарфоровые вазы и дамские шляпки. Очень многие предметы приносят жители города, как говорит хозяйка, хранительница музея, что приносят очень много. Мы закончили свою работу. Дон убиралась в семейной гостиной, а мы еще перешли в детскую игровую комнату. So far, nobody cares.
Юля помогает, который такой пуховкой только вытирали все. Пыль сметали с предметов, с светильников, люстр. Немножко отодвигали кресло, чтобы пропылесосить. В полном недоверии мыть. Ничего нельзя мыть какими-то средствами, а только для стекла использовали средства для стекол, и Рона везде все попылесосил. Сам по его желанию. Рон заядлый путешественник. Много рассказывал нам о поездках по Европе, Африке, Латинской Америке. Да, он тоже много путешествует, любит очень велосипед. И даже на работу сюда приезжает на велосипеде. И Рон уговорил хранительницу музея распить шампанское. Она не хотела, не пьет, не ест. После работы посидели с удовольствием, выпили по бокальчику игристого вина. И Стейси, хозяйка, хранительница, заказала пиццу. Она говорит, я пить не буду, я дома приготовила много вкусного мяса. И началась история. Каждый рассказывал свои истории из путешествий, семейные, смеялись. Целый час. Стейси очень хороший рассказчик. Столько шуток прибавил. Пить не буду. Если я выпью, то совсем дурная. Мне без вина весело, хорошо. Пицца свежая, горячая, вкусная, ароматная. Одна с беконом и мясом, другая с моцареллой, творогом и шпинатом. Все замечательно. Что они готовят? Потом печет хлеб. Дома разные, путешествовал много по Европе, столько разных случаев рассказывал, веселых. Ну и каждый рассказывал. Тема пошла про килт, и рассказали многие, попадали в ситуации, когда килт вставал в интересных моментах. Все спрашивают, носят ли шотландцы под килтом нижнее белье. Я услышала, что нет, не носят. Много было за застольем рассказов, которые подтверждали то, что не носят. И немного фотографий. Уникальные вещи, редкие вещи. Я впервые вижу такие булавки красивые для шляп. Только в кино видела, как дама прикалывает. А это очень оригинальные, необычные. Самое главное, что они настоящие с того времени. Шляпка со страусиными черными перьями. Я всех вас благодарю за то, что вы смотрите, ставите лайки, пишите комментарии, пишите больше, буду знать, что еще вас интересует, что показать. Но снова показывать свою жизнь. Всем здоровья, благополучия, радости и найти свое место и занятие в жизни, что будет приносить вам радость, найти свое окружение. И жизнь тогда будет складываться удачнее. Всем-всем удачи и всего самого доброго. Ну, домашний мрамор с прекрасной девушкой. А это самовар можно снимать и ставить на камин.